Доброе утро, друзья. Мы в моей ванной находимся. Вот, поставим очередной эксперимент. Итак, я вынужден это сделать, потому что один из моих клиентов, очень хороший человек, но мной же наученный, предъявил мне претензию, сказал, что у него из 10 академиков 5 всплыло, и всплыло 3 амура, или наоборот, 5 амуров и 3 академика. Ну, в общем, почти половина. Вот. Я его успокоил, но как, по-своему. Я сказал так, вы становитесь участником эксперимента. Я считаю, что отбраковка ваша была неправильна. Вы вроде делали по железу, но, если помните, я в учебном диске в своем фильме что делал? Я выбраковал сразу после сбора. Вот именно те всплывшие, они и даже разбивались, если помните, молоточком. А там все-таки такое случается нечасто, но косточка оказалась сухой. Внутри было сухое ядрышко, ну, то есть негодное. Вот. А потом происходит что? Потом они, большинство, вынуждены лежать и ждать своего покупателя, большинство косточек. И они даже в полиэтиленовых мешочках сохнут. Полиэтиленовые мешочки пропускают влагу. Вот. И, допустим, баночка хранят в сухом виде, там тоже достаточно воздуха, тоже сохнут. И получается плавучесть у них положительная. То есть они всплывают, часть из них. Но это не значит, что они мертвы. Я уже ставил эксперименты, это, как говорится, зуб даю, или как бы выразиться, что я прав. Но тем товарищам я предложил такую сделку. Я выслал 70 косточек просто так. Вот. Сказал, что те он разделил на сплошь и не сплошь. И я не выбраковывал, то есть не топил их в воде, а посоветовал ему эти 70 также утопить. Всплывшие посадить отдельно, не выбрасывать, а не всплывшие посадить отдельно. И потом он мне доложит результат. Кто-то еще может в этих делах участвовать, кто-то по барабану, кто-то мне поверит, что косточки, когда высыхают, получают свойство всплывучести. Вот. А теперь зачем мы так долго, уже в течение 2 минут 45 секунд, смотрим на этот мешочек? Дело в том, что эти косточки были выбраканы из-за их цвета. Это, посмотрите, тут вам и академик, видите, светлые, тут вам манжурские, совсем светлые. Вот. Большинство из них должны всплыть, но не все. Вот. Если уже не всплывут, будем считать, что они абсолютно здоровые. Насколько? Да мне самое интересное. Вот это вот в процессе, как это называется, в процессе фасовки, расфасовки. Они просто выбраковывались, их откладывали отдельно, естественно, у меня и мысли их не было их вам высылать. Так, сейчас я зову свою помощницу и все-таки посмотрим, какой процент схожести, то есть утопления, процент всплывания. Самое интересное. Дочка, иди-ка сюда. Вот, девочка с утра опять не накрашена, опять скажет, не показывает лицо, только руки. Просьба вот эти вот косточки пересыпать в банку. Потом я налью туда воды. Ох уж эти. Значит, что не пропьешь. Так, шутка. Ну все, значит, теперь я ставлю ее сюда и наливаю туда холодной воды. Вот. Процесс будет два. Первое, просто смотрим. А потом еще подождем, сейчас из них потом все равно утонет. И я забыл, когда с товарищем разговаривал, у нас был доброжелательный разговор, он меня совершенно не считал халтурщиком, когда у него всплыли косточки. Но все-таки, и тем не менее, да, я забыл ему сказать следующее. В процессе, когда всплывают, они покрываются, не знаю, видите вы или нет, на них есть, на них есть пузырьки воздуха.
к ним, и они не дают им утонуть. Поэтому смотрим сюда. Итак, первый этап. Вот. Сейчас посмотрим. Тут некоторые не дают сами себе утонуть. Вот. Сейчас мы их разделим. Пока где-то пятая часть утонула. Но, согласитесь, это уже не пропащие. Я их не стал просто выбрасывать, а подвергнул обработке. Ну вот теперь смотрим. Итак, четвертая часть утонула. Три четверти всплывшие пока. Но, еще раз говорю, здесь для тех, кто будет все-таки выбраковывать, до самых, так сказать, ну, недоверчивых назовем, к ним прилипают пузырьки воздуха, не дают утонуть. Сейчас видели на ваших глазах все-таки, когда я вот так болтал, часть утонула. Какая-то часть. Ну, в общем, вот я сейчас от пузырьков практически освободил. Хотя не до конца, я сейчас вижу эти пузырьки на них. Ну, ничего, сейчас оставим в покое. Вот вы уже поняли, вот эти вот еще годятся. Они живые, у них отрицательная плавучесть. Вот эти, скорее всего, будут выброшены. Вот, вот именно маленький вот этот эксперимент я провел на ваших глазах уже не первый раз, а второй раз. Только потому, чтобы не было ошибок. Ведь смотрите, кто-то деликатный скажет, ах ты, елки-палки, железом научил. Я косточки топил-топил, они всплыли. Я их не стал это самое, предъявлять претензии, рекламации. Я просто их выбросил. Погодите, выбрасывай. Вот. Здесь, да, скорее всего, большинство из них мертвы. Почему? Это выброканы были визуально, то есть по цвету. Вот. Естественно, которые утонули, может, я даже уже сейчас убедиться, они более темные. Вот. Хотя, кстати, вот видите, вот эти косточки, да, с белыми краешками. Выбрасывают однозначно. Не знаю почему. Вот те, которые белой каемочкой. Вот не лежит к ним душа и все. Выбрасывают однозначно. Вот. А, кстати, в последнее время, вру, не выбрасываю. Я их, у меня, если зайти в комнату, неудобно вам показывать свое скромное жилище. А вот там у меня на столе стоит баночка, вот именно с такими вот, я их сейчас раскалываю, практически не встречаются, это самое, с совершенно сморщенными ядрышками. Я их стал в последнее время есть, это просто профилактика от онкологии. И вот, просто профилактика, да что я буду выбрасывать, когда они это, вполне на вид приличные, и полненькие ядрышки, толстенькие, вот, всплывает, ну что ж. Несколько месяцев прошло со времени заготовки, вот, но побелевшие я все-таки никогда вам не вышлю. Если вы увидите побелевшие косточки у вас в этом самом, можете скандалить, требовать возврата денег, дополнительной посылки. Вот, белые косточки я не высылаю. Почему? Видите, какой процент? Вот это я и хотел вам показать. Все честно, все искренно. Вот, мне нет необходимости. Знаете, у меня это один из моих афоризмов новых. Мне говорят, вы знаете, мы вас не знаем, вы знаете, нас столько раз обманули, они называют известные питомники, ничего не растет, кругом это самое, а уж про интернет-магазины это стопроцентное вранье, умирающие саженцы или мертвые брать. Они говорят, ну, она уже столько нас уже обманули, ну уже никаких сил нету, ну хоть вы не обманите. Вот, не пришлите там, чтобы кислые плоды были или еще что-то. Я говорю, да я при всем желании не могу вас обмануть, но нет у меня плохих сортов, чтобы вас обмануть. Если подвойные, то они самые морозостойкие в мире. Если привойные, это самое, они самые культурные в мире. Если прививать, то совместимость у них практически 100%, ну хотя бы 95 из 100. Вот. Ну, ну как вас обмануть? Не получается. Вот. Единственное, вот видите, я исправляю последнюю. Нет, не свою ошибку. Вот. Не обман, нет. Я исправляю свою промашку. Я хочу, чтобы вы знали все. Вот тогда обраковали, но не выбросите. Почему? Хотите, сейчас скажу, заканчиваю чем? Вот здесь вот минимум половина взойдет. Поняли? Вот. Ну или в крайнем случае пойдут ядрышки на еду, профилактика онкологии. Ну все, друзья мои, заболтал вас, как всегда. Опять 99 будут это самое, благодарить за такие фильмы, а сотый сделает кислую морду и скажет, надоело это самое, сильно длинно, сильно много слов. Вот. Ну все, друзья, пока.
до следующего сюжета. Вот, посмотрели банку. Вот. И, конечно, да-да-да, еще бы вот так вот, если пройдет час-два, еще часть утонет. Поняли? Если дать им это, они напьются воды. Вот. Но, тем не менее, я дальше уже выбраковывать не буду. Вот. Почему? Да я их просто съем.